Вот заезжаем на эскалатор. Ух, на колясочке. Вот так вот едем. Сидя на коляске по метро. И вот так вот каждый раз я передвигаюсь на коляске с помощью службы. 4 мужчины меня несут на руках на коляске, а потом уже на костыль свой один и на одной ножке по улице. Вот так ходим. Еду на митинг в защиту животных. 22 января мы пришли от приема президента Российской Федерации в защиту прав животных, которых убивают и уничтожают жестоко, живодерски в Якутске. И вот мы подписываем вот такие бумаги с текстом, где просим помочь живым существам. И мы не боимся тратить свое время, встаем с домашних диванов, идем зимой и подписываем бумаги, и просим каждого так сделать, и не лениться. Потому что живем на этой земле, мы с нами также могут поступить, как с этими животными. Всем желаем терпения, напористости и сострадания. Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Небольшая группа людей приехала к Государственной Думе, чтобы озвучить свои голоса в защиту бездомных. На самом деле нас миллионы, и мы хотим быть услышанными. Я благодарю Женю, организатора этой встречи. Вместе встанем на защиту животных. Животное – это наш друг, и он защищает нас. Без животных мы бы не были такие добрые. Мы дети, нам нужен достойный пример. Мы просим остановить жестокое отношение к животным. У них тоже есть душа, они тоже хотят жить. Мы дети, нам нужен достойный пример. Мы просим остановить жестокость по отношению к животным, у них есть тоже душа, они тоже хотят жить. Собак встречаем, развозим. Многим из прилетающих требуется помощь врачей. Кто-то простужен, кто-то ранен, у кого-то венсаркома. Такие находятся в стационаре. Знакомьтесь, Тихон, веснушчатый мальчишка. Долго восстанавливался желудочно-кишечный тракт. Непереваривание пищи. И вот, наконец-то, улучшение. Идет на поправку. Мальчишка молодой, 10 месяцев, весит 14 килограмм. Серый щеночек Пуся, недавно прилетевшая. Из ППЖ, девочка активна, типа Лаечки, месяца 4-5 ей. И тоже подлечивали простуду, насморк. Тоже находилась в стационаре, в данный момент готова к пристройству. Кто готов приютить и подарить дом и заботу этой малышке? Майя, перенесшая 4 серьезные операции. Одному Богу известно, как она выжила. Настолько все серьезно было с выпавшими обмороженными органами в минус 50 и некрозом этих органов и тканей. Целый месяц между небом и землей. И вот, наконец-то, она пошла на поправку. Я надеюсь, что все ужасы у нас позади, и она будет жить. Наш добрый парень Евсей, у него венсаркома. Лечится ему месяца полтора. Лечение состоит из одной капельницы в неделю. Можно было бы жить в квартире, но без других собак. Но у меня нет такой индивидуальной передержки, поэтому пока в стационаре.
Может, кто-то откликнется и возьмет. Он очень спокойный. Он не суетной. Он очень замечательный парень. Очень нужна индивидуальная передержка для Евсеюшки на время его лечения. Ну, примерно на месяц-полтора. Степушка, жертва мракобесия, жил и не знал, насколько люди злые. Покалечили. Удары по голове, порвана челюсть. Тоже в клинике. Лечение. Теперь идет на поправку, но очень боится улицы. Выходит на 3 минуты и снова ползет в помещение. Ему легче прижатым к земле, как будто снова ждет удара. Жорик. По прилету обнаружили вздутие на ноге, раны, порезы и типа свища. Рентген показал воспаление. Разместили в стационаре. Лечение антибиотиками и обработка ран дают положительный результат. Хорошо, что не саркома. Надеюсь, не саркома. Конечно же, счета выставлены немалые, более 130 тысяч. Конечно, частично оплачены, что-то сделано в долг. Нам очень, друзья, нужна ваша помощь, очень. Без вас мы не справимся. Очень много спасаем, очень многих лечим. И что еще нам предстоит впереди? Каштанка, особенная девчушка, 2 недели провела в стационаре после прилета. Насколько это возможно, залечили ее кровяные раны на ногах. Помимо обморожения ножек, что не самое главное у нее, пытались разобраться с проблемой куда более тяжелой. Она не может находиться без колпака, без воротника. У нее преследование своих же задних ног. Она их разгрызает до крови, живет на антидепрессантах, и врачи бессильны помочь. Это результат ее тяжелой жизни в детстве, жуткого содержания, видимо, где-то у кого-то. И все это перешло в неврологию. Сейчас Каштанка уехала в семью к Людмиле. Не загадываем, как сложится в семье, потому что девочка наша особенная и требует особенного ухода. Друзья, спасение не останавливается. Каждый день забираем собак с улиц, из ППЖ и откуда только можем. Хвостики прилетают и разъезжаются. Кто к другим кураторам, кто в клинику, кто-то едет на наши передержки, а кому-то везет сразу уехать в семью. Ваша помощь нам очень нужна. Она очень актуальна. Благодарю каждого, кто откликается и помогает нам спасать. Без вас не было бы столько спасенных, без вас не было бы столько жизней. Помогайте, друзья. Помогайте, без вас никак. А подальше туда нет, да? Подальше туда толкните, пожалуйста. Кто ты, мой хороший? Хороший мой, хороший. Хороший, живой, руки лижут, благодарные, руки лижут, мои сладкие. И ты хорошенькая, да, из торгового центра, тоже руки лижут, боже мой, чудо-сокровище. Так. Мешаем. Вот так они, злые собаки, лижут руки. Спасибо тебе, мой золотой, что не отказался полететь. Спасибо, зайчик мой. Злые собаки. Сядь просто. Лучше бы я подождите, я помогу, наверное. Надо, я сейчас аккуратно все сделаю. Не упадет она. Ага, спасибо большое. Ты мой хороший.
А ты тоже хороший. Хороший. Вот какая. Лизунчик, лизунчик, лизунчик. А ты девочка. А ты девочка. Как ножки дрожат. Господи, мой сладкий. Так страшно. Вот как страшно. Господи. Не бойся, мой сладкий, не бойся. Не бойся, мой хороший. Ты такая ложкушка. Ой, как ты ложкаешься. И хвостиком машет. И хвостиком машет, моя златушка. А это розовый нос. Да. Да, вот ты такой хороший. Так. А это наша маленькая лисичка. Вот какая лисичка. Какая лисичка, сестричка, ушастый вертолетик ты. Тю, моя хорошая, ты какой хороший, какой красивый нос у тебя. Тю, моя, утюхаю, утюхаю. Это вообще гладкий, гладенький совсем. Спасибо огромное, спасибо. Ты какой хороший. Ты мне вот хвост показываешь. А ты? Вот такой красопед. Вот такой красопед. Покажи, как ты лапу перегрыз. Покажи лапу. Вон как лапку перегрызли. Перегрызли лапку. Ну, только до двери. А там уже приедут.